Рельсовый автобус РА-2 на Финляндском вокзале. Сегодня наша задача доехать до Зеленогорска. Кстати, примечательно то, что с той стороны прицеплен маневровый тепловоз. Пошли занимать места. Ой. В принципе. Можно вот тут сесть. Готовимся к поездке на рельсовом автобусе РА-2. Со мной автор канала БКФ. У нас, по-моему, 19 РА-2, если не ошибаюсь. Едем мы до Зеленогорска. То есть в Выборг, естественно, уже сегодня не поедем. Мы тоже не поедем, потому что он там вообще не проезжает. Кстати, будет проезжать он через Советский. Советский, как по маршруту РТВК 1228. Точнее, по теплой электричке, которая ездит до Советского. Ездила. Да, ездила, но и будет ездить. Надеюсь. Найду заменку к-нибудь. Точно. Все так. Извиняюсь за мылом. Вова, это что, ручка твоей мечты? Это у нас это самое. Ой. Я сюда на дампером огонь духами смачными пахнет. Отправление РА-2. Рельсового автобуса РА-2. Рельсовый автобус РА-2 отправляется со станции... Ой, опять. Со станции, с вокзала. С Финляндского вокзала. Я внутри снимать не буду, потому что мне и так понятно. Я буду. Мне обязательно нужно. Потому что у тебя пока... Держинец. Что там, кому интересно, что вы... Проклятый держинец. Белоостров. Электропоезд и станция Белоостров. Как называется? В общем, как в вагоне 90-50. Кстати, на как раз как в вагоне на этот вагон не отапливается. Мне кайфово и так. Мне и так. Я закален. И все уходят. Нам на руку. Ладно. Те, кто это слышал, извиняюсь. Те, кто наушник слышал, мы... Троллфейс смерти, извиняюсь. Я еще вот это видел. Картину, такую картину, когда туда шел. Как получается, он был бы хорошо бы для метрополитена, потому что у него еще и наклейки не прислонятся. Это вообще круто. Ну вот чем я уже не нравится, это... А может и есть, не знаю. О, депо. Какой депо. Приятный запах. Это печка там? Это дизель. Запах дизеля. Значит, мы правда ночью мы едем. Ну это чешская, это чешский. Чё чешский? Маневровый тепловоз. Рельсовый автобус РА-2, да. Проезжает. Какую году тогда он сделан? ТЧ-20 финляндский. О, я его видел сегодня утром. Я не помню, сколько их там производили, с какого года. Ласточка. А что внутри? Внутри там должно быть тягота. Что вообще ничего? Я, кстати, там был. Не, там этот... Опа. Торчок. Кстати, вон там я 980 перед рейсами видел. 950? 980. Как всегда, мне нет. Тебе нет, потому что ты ленивая. Я... Это 2ML. О, это 2М. Это 2М. 003, бывшая Карелия. Потом здесь стоит, когда мы в ручье ехали. Бывшая Карелия. Рашка. А гудок то есть? РА-2. Вагон от него. Наш собратец. Гудок это 2L. Это 2L. Что-то 970 вообще нет. Она там где-то у меня, наверное. А там даже ничего интересного нет. Там уже все. Вот это с листом.
рельсы автобус. Тут, по-моему, все, это из метро взяли. Так зачем вы изобретаете велосипед, если завод Мытищинский? Завод-то Мытищинский, Ура-2. Да он спокойно в метро поедет. Не знаю, это габарит надо изучить. Что у него еще это имеется только приемник для контактного рельса. Стресс. О, привет. Это же наш богатырь. Ведро. А, нет, извиняюсь, это Невский. Прошу прощения. Невский, это хорошо. Каких стаканов это предназначено? Сейчас. А, это не... Сейчас приедем, но не... Сейчас такого утильного пропускного, это Зеленогорска просто. Не сразу выбор. Да, выбор. Не, в Бескутнику я там в Финляндию попадаю. Можно испытатель проехать. Фига себе. Испытатели. Они что-то испытывают. Не важно. И... Я узнаю то, что есть Парвозима. Парвозима. Ну, его в мете не сохранили, гады. Это все загоним. Пока, ребят. Удачи. Удачи, ребят. Станция удельная. Следующая станция Зеленогорск. Вау, тепловоз использовали таких телек. Впервые видите, с чего использовать? У меня до Зеленогорска будете стоять? Нет. Нет, это отправление со станции, там еще и друзей снимают. Так, если я... Ну, вот сейчас я в Усадель отъезжаю. У меня нет расписания, я не знаю, по сколько мы должны. Едем. Видишь, мы их до вас отдельно отъезжаем. Другого еще не словила, не успела. Да. Но двери везде открылись. А завтра тоже. Это тот самый виадук, по которому я приеду в сторону станции Азербайджан. Я помню, как-то здесь я стебал ласточку, она продосилась с таким хорошим кивстом колес. Ну и девер, конечно, я стебал. И вот я по этой дорожке тоже недалеко ходил, а все-таки вернулся и еще еще раз повторяю, для тех, кто не знает. Да, значит, тепловоз ЧБ-3. К сожалению, фотку на вокзале я сделать не соизволил или не успел. Поэтому буду его фотографировать уже в Зеленогорске. Да. Да, это к моему 90-50. Голуба смерть. Это 69-56. У меня бой с паровозом Милахтой. 980-й. А, 65-99. Ой, ну мыло, конечно, извиняюсь, ребят. Все будет смотреть, но это любительская съемка, не профессиональная. Просто любители едут. Тишина взрывает грохотом колес.
добежать до Зеленогорска, а вот дорожного приехать на Тахте. Надо как-то будет полностью маршрут поехать. Когда уже эти взрослые стали это сделать? То есть, в том плане, что все же летним и подготовимся. То можно как-то устроить такую поездку. Любительская съемка, если что, не профессиональная, просто потому что у меня камера, хоть и телефон-то хороший, но у меня это все же из-за тряски у меня были это изображения и фокусироваться, поэтому говорю, ребята, у нас любительская съемка, не профессиональная, просто любитель едут. Поездка до рельсового автобуса за два. Кстати, тянет нас еще на три, кто до сих пор этого не понял, типа, потому что я типа этого забыл. Я забыл это сфотографировать и снял только в начале. Вот такие вот дела. Как бы это там накручивается. Да, конечно. Какие они были, какие они стали. Сейчас вообще не производит нормальных автобусов. Это лишь три. Что-то мы притормаживаем, что-то я уже догадываюсь, из-за чего, возможно, что мы уже близко к станции относительно, не знаю точно. Возможно, сейчас я загадываю, притормаживаем. Кстати, звук, конечно, лесная площадь, я уже стал. Да, по-моему, уже скоро совсем будет прибытие, я могу ошибаться. А сейчас вообще на самолет похоже. Ну, спасибо, хотя бы не на мою стиральную машинку. А вот сейчас? Не, это когда запуск, помнишь, R2 я поехал, там был эффект рёв, естественно, рёв R2 и, естественно, звук запуска стиралки. Сейчас это скорее... Сейчас скорее EM, только более тихий. Ну,
кстати, похожи на Ямашки, почише. Все, прибытие. Да. Вот этот мост. Прибываем на станцию Зеленогорск. Для нас это конечная станция, ну, в том плане, то, что мы с автором должны выйти. А люди поедут никто и дальше. Двери закрываются. Точнее, закрываются наоборот. Вот, мы прибыли на станцию Зеленогорск. Теперь можно теперь выходить из поезда, ну, вернее, рельсового автобуса. Поехал. Счастливого пути людям. Удачно добраться до пункта назначения. Ну все, на сегодня работу выполнили. Задачу, вернее. Да. Ну все, на этом... Короче, план на день у нас был один. Это прокатиться на Ра-2. На этом видеообзор закончен. Да. Всем удачи, всем... Всем удачи. А, лайк, подписка. Всем удачи, пока. И как мы уже говорили... Кремнев в ментовке, а Быков стреляет из винтовки.